Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня будем играть в игру, которая называется «Последний день на Земле». Мне посоветовал ее один хороший человек и сказал: попробуй, посмотри, понравится тебе или нет. Ну что ж, давайте посмотрим. Это мой первый запуск игры, так что не обессудьте, если я где-то буду что-то нубить, тупить и так далее. Разберусь, наверное, со временем. Ну, для начала, как видите, я обыскиваю старый фургон и нахожу тут одежду, мачету или топор, веревку и еще какой-то хлам. Так, я так понимаю, да-да-да, это можно все собирать. Бревна, бревна и растительное волокно, семена моркови. Ага, это нужно, ребята, топориком деревья косить. Но у меня не хватает дерева. Значит, мы будем с вами пока заниматься собирательством. А это у меня постройки. Понятно все. Ну что же, выбор у меня невелик. Давайте тогда собирать все, что здесь пока лежит бесхозно. Бревна и тут у нас растительное волокно. Я так понимаю, все это пригодится в дальнейшем. Из чего мы будем крафтить? Так, инвентарь полон. Оу-оу-оу, тихо, тихо, ребята. Там что, зомбари что ли идут? Так, сразу. А это у нас донат. Ну, ребят, пока мы это не будем делать. Пока, может быть, вообще не будем. Мне нужен топор, надо камень. Ёлки-палки, нужно найти где-то мне камень. Причем и для топора он нужен, вот он, вот. Блин, инвентарь полон. И что же мне тогда делать, а? Как мне его увеличить-то? Интересно. Очки у меня, одно очко для чего-то непонятное. Да, крафта здесь очень много. Изучим копье. Да, нужен камень, ребята. Как ни крути, но инвентарь полон. Блин, надо что-то придумывать с этим делом. Неужели все выбрасывать? Это стойку он меняет? Давайте тогда, наверное, оденем куртку. Как ее одевать? А, вот. Отлично. Ну что же, одна ячейка освободилась. О, две ячейки освободилось. Теперь, по крайней мере, я с оружием. Так, давайте это. Собирать все везде, что валяется пока. И ягоды, я так понимаю, их можно будет есть, чтобы восполнять себе здоровье. Ну, как обычно во всех играх это делается. Известняк, это не камень, известняк, оказывается, да? Ну что же, давайте тогда посмотрим. Блин, не хватает одного известняка. Ладно, давайте порыскаем еще где-нибудь. Слушайте, довольно неплохая графика в игре, я так посмотрю. Ага, вот он, значит, как бьет. И, возможно, ребят, возможно, я буду проходить, играть в нее. Правда, у меня к вам очень много вопросов. Тот, кто, конечно, играет в эту игру. Это, например... О, тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Ага, ну хотя бы они здесь не такие уж и сильные. На первых порах. Требуется кирка. Значит, для... Ёлки-палки, да что ж такое. Смотрите, ага, понял я. По карте красные отметины. Это у нас зомбари. Да, забираем веревку. Иди сюда. Отлично. Если вы знаете какие-то штучки-дрючки, как говорится, уловки, секреты, то, пожалуйста, пишите. Помогите мне на начальных этапах. Оу. Ну, а дальше я уж как-нибудь разберусь и сам. Так, отличненько. Давайте, ага, вот известняк. И теперь я могу... Да не то, не то. Путаюсь немножко, ребят, так что не обессудьте. Ну что, ребята, тут выбор. Или кирка, или топор. Топор, я так понимаю, для дерева, чтобы рубить. А кирка для камня. Давайте, наверное, сделаем с вами кирку. Так, отлично. Ну-ка. А где тут можно добыть минералы, веревочка? О, новый уровень получил, ребята. Ага, вот здесь, по ходу дела. Блин, ваш инвентарь полон. Слишком маленький какой-то у меня инвентарь.
Давайте съедим тогда, наверное, все ягоды. Да, смотрите, у него здесь и голод, и жажда. Понятно. Ага, тут надо каждый раз нажимать, чтобы он бил. И за это, кстати, у меня растет опыт. Железная руда, 3 штуки. Опять известняк, отлично. Вау, тут целые залежи его. Так, он мне нужен, потому что надо еще будет сделать потом топор. Так, отлично, 3 известняка, довольно неплохо. У меня такой вопрос, ребята, вот эти вот залежи, они потом восстанавливаются со временем или нет? И как насчет леса здесь? Он прорастает со временем или все-таки мне придется бегать по разным там локациям и искать? Ну, то бишь, все будет у меня в поисках. Ага, обычный рюкзак. Ребят, давайте, наверное, сделаем. 8 дополнительных ячеек дает. Это мне как раз и нужно. Так, вроде бы сделал, да? Маленький ящик. 12 вещей хранит. Костер и грядки. Так, ну что, я так смотрю, у меня уже рюкзак сзади, да? Так что все нормально. Сейчас мы это с вами и проверим. Слушайте, а железная руда, это вам не камни. Значит, тут будет переплавка, по идее. То есть мы будем делать с вами железо. И что это за зеленый такой контур, а? Перед тем, как покинуть локацию, рекомендуется построить дом. Ага, вот оно как. Ясно, будем, значит, с вами думать над постройкой дома. О, тихо, 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 братишка, отдохни. Так, ягодки. Все, пока у нас хорошо, мы занимаемся чисто собирательством. Потому что здесь пока больше нечего нам делать. Надо все, что здесь лежит, собирать. Единственное, вот я говорю, что восстанавливаются все эти ресурсы или нет. Ну, кустарники-то ладно, на них, я так понимаю, вырастут еще ягоды. А вот что делать с деревьями? Будут они дальше прорастать или нет? Так, отлично, давайте, наверное, с вами займемся рубкой. Новый уровень. Ребята, я получил 3-й уровень. И, как видите, собираю бревна сосновые. Они мне пригодятся для чего? Естественно, для постройки дома. Блин, олень. Слишком ты быстрый, тебя не догнать. Слушайте, а если интересно будет у меня копье, я смогу его подбить или нет? Надо будет это потом проверить. Так, все тут подчистую губим, как говорится. Срубаем деревья. Ну, пеньки остаются. Может быть, все-таки вырастут они со временем. Так, опять эта фура пустая, да? Пустая. Ну, я так понимаю, в нее, наверное, можно будет что-то положить. Она как дополнительное хранилище идет, да? Так, ну что, давайте, ребята, приступим. Для начала, естественно, нам нужен пол. Давайте еще увеличим. Сделаем квадратик. Нет, давайте еще немного. Вот такой. Так, шикарно. Теперь давайте делать стены. Стены, вот они. Хорошо, что требуется всего лишь одно бревно. Здесь, наверное, нам сделать надо окошко, я так думаю, да? Давайте-ка сделаем вот так и продолжим делать стены. Отлично. Так, а тут надо дверь. Все, оу, тихо, тихо, блин, да как тут, елки-палки, черт подери, блин, ага, вот, черт, ребят, запутался, не ожидал, что тут еще какие-то волки, да, надо продолжать делать, фух, откуда волки-то тут взялись, а, вроде не было их, блин, а как переставить, мне не нравится так, как она стоит. Ладно, давайте, может быть, встанем немножко вот сюда. Попробуем отсюда. Так, ага, нормально. Ну, давайте так делать, хорошо. В круговую обойдем.
Да. О, замечательно. Окошечко. Что такое? Блин, дерево кончилось. Ребята, кончилась древесина. Ладно, хорошо. Тут у нас, по крайней мере, еще есть вроде лес. Если я пока еще не весь его загубил. Иначе придется, наверное, что-то делать. А я отсюда не смогу выйти даже, ребята, если я не построю дом. Вот так вот. Вот они, залежи леса. Так, давайте еще посрубаем. А здесь, интересно, меняется день с ночью или нет? И будет ли какое-нибудь глобальное такое, скажем, нападение на меня ночью зомбарей? Или еще что-нибудь в этом роде? Да, кстати, еще хотел спросить у вас. Здесь на игрока могут нападать другие игроки или нет? А особенно, когда тебя нет в игре. Так, ну что, продолжаем делать. Отлично, здесь мы закончили. Так, давайте оббежим, наверное, на ту сторону. Вот так вот. Да, домик, конечно, не есть что, но, тем не менее, хоть какая-то хибара. Как говорится, будет меня спасать от волков, надеюсь, от зомбарей тоже. Хотя, почему-то я не уверен в этом. Ага, вот как делается все. Блин, а мне не нравится эта крыша. Зачем она здесь нужна? Вот так вот будет лучше. Ну что теперь-то будем делать? Вроде домик построен у нас. Домик. Шалаш, я бы даже сказал. Какой-то. Что можно еще здесь сделать? Ага, плавильня. О, шестой уровень нужен. А чтобы грядочку, предположим, тоже. Вот, маленький ящик надо сделать. Так, отлично, изучили. Теперь создаем. И я так понимаю, его нужно поставить куда-то. Поставим, наверное, скорее всего, в дом, естественно. Да ладно тебе с этим донатом, мне не нужен он. Где-то вот здесь. Как его только теперь... Блин, да что такое, что за засада? Как поставить ящик, а? Карман и рюкзак. Вот незадача. Да, ну, как обычно, всегда очень тяжело разбираться в игре, в которую ты вообще в первый раз зашел. Еще даже не понимаешь, что к чему и почему. Обучения, как вы понимаете, здесь не было. Поэтому все приходится допетривать своим умом. Давайте создадим костер. И нам нужно сделать еще что-нибудь. Может быть, копье, ребята, а? На оленей будем охотиться. Так, все хорошо. Еще у нас 11 бревен осталось в запасе. Блин. Немножко все-таки не пойму, как поставить этот сундук-то здесь, а? Он же у меня есть? Есть. Я же не буду с ним вечно бегать. Давайте костер сделаем. Надеюсь, он-то может поставиться на пол. Да что ж такое-то, а? Блин, не прокатывает. Как быть-то? Ой, блин, не могу пока понять, но сейчас мы с этим делом должны разобраться. Ну-ка, может быть, на улице можно сделать. О, елки-палки, он у меня уже хочет пить, ребята. Мой герой, кстати, надо будет потом зарегистрироваться и переименовать его. Мне не нравится, как мне величать плаер там какой-то, фиг знает какой. И главное, интересно, да, бегаю в куртке с рюкзаком, но босоногий в красных почему-то труселях. Ё-моё. Так, ну-ка дайте-ка мне копье взять. Я попробую бомбануть оленя. Блин, костер нельзя, нельзя. Я думал, можно, знаете, как в руки его бросаешь. И тогда делается. Но нет, не прокатывает это все дело. Да, давайте тогда съедим, наверное, с вами
Да, что такое? Я даже не могу ягоды съесть. Ну-ка. Ага, ребята, понятно. Чтобы кушать ягоды, они должны быть у меня в карманах. Ну что такое-то? Раньше же вроде бы просто нажимал и все, и он ел. А сейчас надо каждый раз переключаться почему-то. С какого вдруг перепуга-то, а? Так, сытость у нас 29, жажда 16. Довольно быстро он здесь голодает. Ну-ка, ребят, давайте так посмотрим. Вот я поставил костер в карман. Построить. Все, разобрался я, как здесь делать постройки. Давайте вернемся в домик и где-нибудь вот здесь его поставим. Так, где мой костер? Блин, да почему создать-то, а? Вот так вот. Ага, строим. Не вижу ни хрена из этой крыши. Ну, давайте здесь, хорошо. Блин, как эту крышу-то убрать? Ну что же, ладно, костер у нас стоит, это хорошо. Ну, а теперь мне надо сундук. Что такое авто? Куда он там побежал? Три ягоды собрал откуда-то. Из-под пола. Ну что ж, теперь давайте так же сделаем и с этим. Так, ягоды съедим. С нашим вот этим сундуком. Давайте его где-нибудь здесь в уголочке влепим. Так, построить. О, нет, он там, по-моему, наружу. Да, на улице. Мне надо немножечко изменить ракурс. Вот так вот. По-моему, отлично получилось. Что у нас костер? А как его зажечь? Он у меня даже не горит. Неужели нужны дрова для него или еще что-нибудь в этом роде? А может быть, даже еще и спички надо находить. Фиг его знает. Где олени, а? Так, ягодки собираем. Олень, иди сюда. Блин, а почему я не могу? Я не могу даже его подбить, ребята. Странно. Давайте жрать. Блин. Сейчас мы, по-моему, ребята, с вами, точнее я, погибну от жажды. Всего 11 очков жажды. И, как видели, она очень быстро тратится. Ну что же, посмотрим, что нас ожидает здесь. Поблизости разбился самолет. Вряд ли кому-то удалось спастись, но, может, найдется что-то полезное. Так, он доступен ровно час, ребята. Этот самолет, нифига тут просторы-то. Ууу, карта-то, ё-моё, не маленькая здесь, ребята. Вот это я, мой домик. Какая-то стрелочка сюда на меня ведет, непонятная, красная. Кто там идет-то? Через сутки на меня будет какое-то нападение. Давайте бежать в разбившийся самолет. Ага, тут еще есть энергия. Ясно, 100 энергии я уже потратил сколько-то, чтобы добежать до самолета. Войдем. Вы не можете пить воду или наполнять бутылки из луж. Эта вода очень грязная, используйте водосборник. Ясно, все, будем знать. Ну что ж, давайте здесь, наверное, тогда обрыскаем все. Какие-то чемоданы. Я думаю, здесь должно быть что-то полезное. Ух, хорошо, забираем все. Вот, ребята, вопрос следующий у меня сразу возникает. Я вот сейчас бегаю по этим локациям, да? И в этот момент на мой домик могут напасть другие игроки и, например, его разграбить. Если кто играет в эту игру, отпишитесь мне, пожалуйста. Я буду очень вам признателен. Чтобы хотя бы знать, что меня ждет впереди. Так, надеваем штанишки. 15 к защите они дают. Карточка какая-то, аптечка. Так, что-то тут еще, ботинки есть. Забираем. И тоже их одеваем. Ну, по крайней мере, теперь я одет. Давайте дальше мародерством заниматься. Ага, молоток. Молоток, болты всякие.
Ну, давайте дерево уничтожим. Оно мне не нужно. Тем более оно одно. Так, отлично, удаляем. Ну, а молоточек, я думаю, пригодится нам. А здесь что? Ага, золотой слиток даже. Интересно, для чего это все нужно, а? Ёлки, умираю от жажды. Черт подери, блин, совсем забыл, что у меня с этой, с жаждой-то совсем плохо. Походу, ребята, я отыграл свою игру. Сейчас я погибну. Но, даже если я погибну, все-таки это был пробный мой запуск. Первый, я здесь еще только разбираюсь. Эх, надо бежать, наверное, домой. А это что у нас за стрел, за показатель такой? Зеленый, желтый. Непонятно. Ладно, бежим. А когда он бежит, я так понимаю, жажда не тратится, да? Или тратится все-таки? Ну, энергия однозначно. У меня уже 44 осталось всего. Много я так туда-сюда не побегаю. И, кстати, как она восстанавливается, эта энергия, ребят? Напишите, если кто знает. Ага, у меня тратится уже жизни. Ёлки-то палки. Ну и что мне здесь? Здесь хоть дайте мне один хоть кустарник какой-то, а? Чтобы я смог ягод собрать. Блин, по ходу дела я здесь все позабирал и ничего не осталось. Ух, пропащая душа. Да, глупо было, конечно, с моей стороны. Вот так вот ягоды лопать. Безмеренно. Поблизости сброшен гуманитарный груз. Ага, вот он. Блин, добегу, успею, нет? Я думаю, что там, наверное, будет вода у нас. Хотя я в этом почему-то сомневаюсь. Ну что же, добежали. Входим. Нельзя сказать, что в лесах спокойно. Зомби почему-то любят прохладу. О, все, ребята. Воскреснуть. Я прожил 11 часов. Ну, по их меркам. И что же, я буду начинать все заново или как, а? Нет, персонаж все тот же самый, правда голый. Я так понимаю, я все шмотки, которые накопил, и вещи, все потерял именно там, где я погиб. Скорее всего, так оно и есть. О, даже ящик у меня пустой. Ёлки ты палки, а? А я в ящик-то разве что-нибудь выкладывал? Я уже и не помню. Ну что ж, мне придется бежать к этому самолету обратно. Точнее, не к самолету, а к гуманитарной помощи. И забирать, наверное, если там все это осталось. Да. В общем, игруля мне понравилась, ребята. Я, скорее всего, буду в нее играть. А на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.